медицинский центр на треке с последующей госпитализацией. После длительного обследования врачи поставили диагноз – политравма с вывихом и сложным переломом шейки и головки таранной кости левой ноги. Отмечу, падение произошло в результате опасного маневра итальянского пилота Мануэля Бастианелли. Он во время прохождения скоростной прямой задел рулем мотоцикл Никиты Калинина. Украинский пилот вылетел за пределы трассы и на большой скорости врезался в отбой.